Еще такой ответ на ваш маленький вопрос. Те, у кого есть высокое давление. Допустим, у меня я страдаю, у меня гипертония, да. Ну, я, допустим, так, что еще как бы не поставлен диагноз, но вы сами заметили, что у вас часто поднимается высокое давление. И что можно сделать, вот, допустим, что я делаю без врача, до прихода врача, как я себе сама оказываю помощь. У меня сопровождается, допустим, высокое давление еще и с головной болью сильнейшей. Значит, это первое, что я начинаю массировать себе затылочную область. Если есть горчичничек, можно даже поставить горчичничек на затылочную область. Затем, если есть уксус, обычно нет, там, допустим, какой-то есть, господи, уже сама забыла, какие там яблочный уксус, только у меня обычный столовый уксус. И я массирую височки обычно, мне вот это помогает. Потом есть такая вот эта вот точка, здесь вот где мочка уха, да, это вот ямочка, и она вот идет как бы прямую линию, опускаешь вот до ключицы, да, это действительно помогает. И ее начинаешь как бы так вот массировать, да, и становится немножко легче. Это... Ну, таблетки, само собой, вот до таблеток. Вот сейчас у меня под руками ничего нет, а меня уже подташнивает. Вот это я уже чувствую, что мне что-то не так. Даже когда, допустим, вот на природе сейчас сижу, жара, да, вот, и мне паршиво. Вот эти вот такие эти процедуры, они действительно помогают. Ну, а дома что еще можно сделать? Можно на икроножные мышцы поставить тоже горчичник или сделать уксусные компрессики. Это тоже помогает. На какое-то время вам оно поможет. Потом я давала рецепт и всем вот рекомендую. Это клюквенный сок или фреш вы называете, или там как-то по-другому называть. Но вот обычная клюква с медом. Действительно, это хорошо. Каждое утро по одной чайной ложечке можно и этот напиточек себе делать. То есть берете одну чайную ложечку клюквенного это морса или клюквенного сока, или просто клюква с медом, обязательно с медом. Я не знаю, как сахар, но я его делаю с медом. Мне это помогает. Я думаю, что вам тоже это поможет. Это вот хорошее средство такое, становится сильно легче. Можно, если вас так, вы заметили, часто это давление повышается, то в течение дня 2-3 раза по чайной ложке. С водой развели кипяченой водичкой или так просто чайную ложечку клюква с медом. Действительно, вот такое вот самолечение до прихода врача становится немножко легче и становится, даже вот вы потом померите давление, вы увидите, что оно, давление у вас понизится. Ну, а так, конечно, нужно к врачу обязательно себя проверять, и чтобы вас, ну, вы знали, какой у вас, следить за давлением. Ну, вот такая самопомощь, вот это от меня. Я такие процедуры делаю сама себе. И вот так вот и живу, видите, я дожила до старости. Вот, и думаю еще немножко прожить. Хотя у меня высокое давление пока.